I'd certainly accept with pleasure. Он сказал, что Господь Бог очень помогал и меня берег. Так что детство у меня было очень счастливое. Я знаю, что моим родителям не всегда было легко, конечно, но они смогли дать нам детям, потому что у меня были две сестры старше меня, и со мной дать нам счастливое, полное любви детство и молодость. Я родился в Финляндии, и потом... Мои родители, когда выехали из Финляндии в 20-м году, они проехали через Германию, через Швейцарию и остановились на берегу Средиземного моря в Канн. А на следующее лето они уже поехали в это маленькое местечко на северном берегу Британии, где я имею свой дом, Сен-Бриак. Это им очень понравилось, и несколько лет после этого, в 25-м году, они купили это имение, который, слава Богу, я еще имею. Мишка. В 46-м году я проехал через Швейцарию и жил несколько времени у тети и дяди на юге, в Андалузии, очень красивая местность. И там, совершенно случайно, я познакомился со своей женой, с княжной Багратион Мухранской. Дочь была главы семьи Багратионов. Мы подружились, и два года спустя мы решили венчаться. Венчались мы случайно в Швейцарии, потому что в Испании не было православной церкви тогда. И с тех пор мы вместе так живем между Испанией и Францией. Очень счастливо, слава Богу. We will be brought up our daughter always to be completely conscious of the duty which would one day be hers, as she is my direct heir, as there are no male members of the family today alive any longer, who have, according to our laws, a right to the throne. So we brought up our daughter to be conscious of that responsibility and duty, and she is doing the same, in which we are helping her also, in bringing up and educating our grandson. My father was always of the opinion that such and I could even say practically absurd and impractical form of socialism was bound to come to a disastrous end. And that's something which I remember now when it actually did happen. My mother was an English princess. Урожденной принцессой великобританской и ирландской, как говорится. И она была одна из внучек королевы Виктории. То есть вторая дочь второго сына королевы Виктории.
раз мы уже говорили про королеву Викторию, то ее же прозвали бабушкой Европы в свое время. Так у нее было много детей, и они выходили замуж, значит, главное, дочери выходили замуж немножко по всей Европе, в различных странах. Так что очень трудно сейчас найти родственника, который не был бы тоже связан родственно с королевой Викторией. Mesdames et messieurs, il est rare que dans la vie humaine, on se sente témoin de l'histoire. Там и 17-го года, и все эти страшные убийства этого, когда было. И казалось, что навсегда похоронена, так сказать, мысль о России. Но вот сейчас, если вы опросите москвичей, то немало народу вам ответит, что да, России нужен монарх. А вы как считаете? Да. Пока это потому, что уж больно беспомощно и бессильно себя показала вот власть. Поэтому лишь бы не то, что сейчас, лишь бы что-нибудь другое. Но я думаю, что в каких-то обновленных формах может быть и может возникнуть еще в России ограниченная монархия. Но, скорее всего, я думаю, что все-таки если будет, то это будет какое-нибудь учредительное собрание с республиканским все-таки правлением. Я так думаю. Но... Русские люди испытывают уважение к великому князю. А определенное, конечно, раскаяние за то, что произошло в 1905
1917 году. Ну и, наверное, во всем руководствуется какими-то христианскими постулатами. И всепрощение, собственное всепрощение в том числе. Великий князь Владимир Кириллович хочет быть полезен своему отечеству. А как вы думаете, это возможно? Вчера мы встречались с великим князем и великой княгиней и говорили как раз о широкой, крупномасштабной программе помощи Петербургу, петербургским детям, России, которые они могли бы координировать, направлять и организовывать. Само имя великого князя в той помощи, которая происходит сейчас для России, это уже и гарант надежности, и символ обновления. Вообще, знаете, идея лежит уже поехать, что-то такая пробирает дрожь. И вернуться к себе, это что-то невероятное. Больше, чем трогательно, это просто. Это Божие благословение. Мы все к этому были готовы. One man wrote to me quite recently. He said, whatever your position, if you wrote, return to Russia, which I hope you will, I think that most of us will always look upon you as the most Russian of all Russians. And I found that very touching. People seem to be more and more interested precisely in their historical background and very much would like to link the future to their former history. Сам факт, конечно, посещения Петербурга для меня будет очень сильным переживанием. Конечно, я думаю, самое главное – это посещение усыпальницы моих предков. Такой первый шаг, первый контакт, что это. Посмотрим, захочет ли нас народ или нет. Нам сказали, что визы вам будут немедленно выданы в Санкт-Петербурге на месте, ибо, если я правильно ориентирован, правильно информирован, видимо, есть некий символ в том, что вы не нуждаетесь в визе вот хотите, во Франции. Да. Я знал это. Да. Это вы сказали Собчаку. Да, да. И он так сделал, что, во всяком случае, он нам так сообщил, что не нужно вам из отсюда, вы не иностранец, вы не иностранец. Вы не иностранец. Мы никогда не взяли никакой. Я понимаю. И, но это же историческое событие. Мы переживаем какой-то момент, который будет иметь, может быть, значение символа. Символа примирения русских людей. Россия свободная. Я очень надеюсь, что да. Сможет какую-то пользу принести. И свободная Россия ждет вас. Мы уверены, что она встретит вас подобающим образом. Were you apprehensive when you boarded the plane here in Paris for St. Petersburg? Apprehensive, perhaps not exactly, but there was a feeling, quite obviously, of great inside excitement at the knowledge of, in a few hours' time, setting foot in one's home country. And that was really something which was quite euphoric.
Bergène, de laquelle les Russes, les Français, les Italiens ne sont pas étrangers, je propose un toast à ce séjour historique. Merci. Winter Palace, is that so? Well, certainly, why not? If they offer me the Winter Palace, I certainly wouldn't refuse it. If that day ever came, it would be not just to visit my country or to be living as there as an ordinary citizen, but to be able to be of some use to my country and to help it get back on its legs. Because all my life, I've always considered that the only justification of us, myself, my family, before me, my parents, of having stayed alive, having been saved, was that someday some member of our family would be able to serve our country as they did in the past. Пожалуйста, Ваше Высочество, какие у вас чувства? О чем вы думаете, размышляйте? Столько мыслей со всех сторон бегут, и столько ожидаешь от всего, столько переживаешь попасть снова к себе. Ну, конечно, чувства мои очень глубокие и волнующие. Как вы можете представить, чтобы увидеть свою отчизну первый раз, это переживание очень сильное. Так что у меня сердце бьется.
Merci, le commandant. Merci, c'est un plaisir de vous avoir à bord. Merci beaucoup. Alors j'espère que nous reviendrons avec vous. Merci, à bientôt. Мы в России, и мы рады принимать вас именно дома. Я хочу, чтобы вы все дни пребывания в Петербурге чувствовали себя среди родных людей, среди близких, среди своего народа. Сегодня наша страна переживает удивительные и сложные и прекрасно, потому что происходит возвращение подлинных человеческих ценностей. Происходит возвращение того, что делает народ народом. Возвращается историческая память, возвращаются традиции, возрождается нравственная основа жизни народа, нравственная основа того, что составляет любой народ, и религия, и возвращение к земле. Я надеюсь, что пройдет совсем немного времени, и Россия покажет всему миру пример прекрасного, хорошо устроенного, справедливого общества, пример государства, в котором взаимное недоверие, озлобленность и даже ненависть между людьми сменится уважением и пониманием того, что только вместе, только сотрудничая, можно идти вперед. Сегодня мы отмечаем возвращение города его исконного имени. И будем надеяться, что то проклятие, которое 73 года сопровождало жизнь которое унесло более 60 миллионов человеческих жизней, которое уничтожило основу, становой хребет народа, крестьянство, это проклятие, как в Библии сказано, в один миг исчезнет, как дьявольское наваждение. Это уже произошло. Добро пожаловать, Ваше Высочество. Да, ну и добро пожаловать. Добро пожаловать. Я родился в Финляндии, на территории тогдашней Российской империи. За год до трагической гибели двоюродного брата моего отца, императора Николая II и всей его семьи. Прошу вас почтить память царственных мучеников и всех погибших вместе с ними минутой молчания. Меня попросят помочь нашему отечеству каким-либо образом, не обязательно, но вроде, я всегда буду готов помочь всеми моими силами нашу родину. Пойдем, вы делаете подонки! Подонки! Бесстыжие какие! Бесстыжие! Что случилось? Старик разволновался. Разве там все ли они пришли? Боже мой! Мы приняли честь. Радоваться. После нашего переписки недолго прошло времени, мы с вами увиделись.
Да, я никак не ожидал, что могла так быстро крутиться. Спасибо. Рады вас сердечно приветствовать здесь, в Иоанновском монастыре, связанном с именем отца Иоанна Кронштадтского. Этот монастырь особый, потому что его трудами, его заботами построен монастырь, и сейчас он воссоздается из руин. Как вы себя чувствуете? Санкт-Петербург. Просто не верится. Посвятить. Просто не верится. Думали уже, что вы не так долго на этом свете. И хоть надежду никогда не теряли, но все-таки надежда оказалась очень небольшой. И был. Как раз в этом подумал. Услышал наши молитвы и постучил. Прямо как чудо. Монархизма лучше было бы жить. Ну, наверное, было бы лучше, чем при коммунистах, при большевиках. Мы православные люди. Это православие и цари, это как-то вместе идут. Конечно, мы с Богом идем. С Богом. Всю жизнь с Богом. Должны люди, специалисты, профессионалы, знающие, куда двигать страну, а оставить Романову, ну, просто как символ старой России и вечной России. Все-таки этому роду очень много лет. Великий князь Владимир Кириллович, он законный наследник. Так что вы хотели, чтобы они на престол вернулись? Да, хотели, потому что лично я вижу в великом князе единственный символ, который может соединить русских, любых. А может ли он спасать Россию? Я думаю, что да. Я уверен на это на 100%. Самодержавие спасло нашу Россию от татаро-монгольской иго, только самодержавие, за счет самодержавия. Сейчас оно спасет Россию. Сейчас только я думаю, что великий князь это тоже будет символ сплочения. Господи, знаете что? Князей много, Бог один. Я очень приветствую прибытие к нам в землю нашего петербургского великого князя. И думаю, что это один из небольшой, но шаг к осознанию многих ошибок исторических, которые были совершены нашим народом. Я думаю, что просто он не знает, что такое Россия. А спасти может монархия-то, но Земской собор. То есть это вернуться к 1613 году.
Church has always been extremely important to us because I think I can consider myself to be a firm Christian and a convinced believer. And our church, into the bargain, was something which was extremely important in the country, and which definitely still is, as I can see and could be able to ascertain precisely from the new contacts which were possible after the change of situation in Russia. And I am also of the firm opinion that the church can play a very great role in bringing the country back to a normal form of life and bringing back and developing those moral values which are so important in human life. Прибыл еще. И, конечно, главная наша мечта – это чтобы на российском престоле наконец был богопомазанник. Мы верим также, что как этот храм сейчас восстанавливается из руин, из разрушения, из запустения, точно так же и Россия, сегодняшняя, лежащая в духовных руинах, обезображенная большевистским правлением, тоже восстанет из руин. С Божьей помощью. И поэтому мы сегодня с радостью восклицаем. Россия возрождается. И таким образом наш девиз остается тем же тысячелетним, вечным. За веру царя и отечества. Но наше спасение все-таки нашего отечества в православии и самодержавии. There are quite a number of monarchists in the country, as far as I can judge. And I've always warned them to be as sober and as realistic as possible, which I think is most important, because just walking about in uniforms and showing portraits of our late emperor was definitely something very brave and necessary at a certain moment, but not beyond that certain moment. Потерю монархи дивно, как встать, воскреснет Россия, сметая.
так громче музыка. Все вместе! Играй, победа! Мы победили! И враг бежит, 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 так за царя, за родину, за веру. Ура! Так за царя, за родину, за веру. Мы грянем громкое ура! Несмотря на призывы не поддержать этот праздничный день, вы все пришли сегодня на эту площадь. Низкий поклон вам и спасибо, дорогие ленинградцы, дорогие петербуржцы. А вы хотели видеть Романова здесь? Романова, Романова. Ждали, ждали. Конечно. Великого князя. Очень хотели. А почему его не было? Мы... А вот как вы думаете, весь народ его ждал здесь? Конечно. Поэтому и пришли? Конечно. Да, частью. Частью поэтому и пришли. Монарху хотите или нет? А какую посолку? Мы хотим, чтобы хорошо в стране было. Чтобы парламент правильно, парламент принимал решение. Смотри, как это. Низкий поклон вам, жители Санкт-Петербурга. Дима! Наследника престола, в общем, хотелось бы увидеть. Вы хотели Романовой обратно на престол? Ну, наверное, для нашей страны это надо. Потому что нужен человек, в которого бы верили, и это было бы настоящее по крови. Ему Богом это было дано. Это, наверное, в большей мере значит для него, но для нас тоже. Монархия, там, анархия. Сейчас, наверное, важнее всего, чтобы какой-то порядок был в стране. А как он достигнут будет? Может быть, монархия в этом была, может и нет. Вы знаете, сейчас кругом демократия, правление другое. Я думаю, что это устарело. У нас есть хорошие лидеры, у нас есть хорошие. Мы все уважаем Собчака, Ельцина, наших демократов. Поэтому, конечно, мы уважаем и династию Романовых, мы уважаем. Мы прекрасно с вами должны понимать деликатность этой проблемы, что посетить город Ленинград раньше он никак не мог. А приехать мог только в Петербург. И мы рады, что это в Санкт-Петербург. И мы рады, что это произошло. И именно поэтому он приехал в Ленинград. Может ли еще России быть царь? Я думаю, должен быть. Да. Не только как в Англии. Чисто символически, но не так править. Чисто символически должен быть царь. Вот как в Англии, типа вот как в Англии тоже. Там королева и у нас должен быть царь. Только конституционные быть у нас. Так что вы бы хотели, чтобы они вернулись на престол? У нации должен быть вот символ. Символ нации, символ единства нации. Вот в виде этого конституционного монарха. What is your opinion of Anatoly Sobchak, his political dynamism? Did you ever have a feeling that you were being used in a political game? Or was this something totally different? No, I quite honestly must say that I didn't have the impression of being used. I am perfectly conscious of the fact that it might have been, or maybe of some interest to him to have invited us back and to have been the first person to be able to bring about such a visit. But definitely not the feeling of being used. They couldn't have been kinder and a better host than they were. Я как бы по убеждениям сам по себе считаю себя анархистом, и всему всякий царь чисто для меня неприемлемы. А вас интересует визит вот великого князя? Да, как таковой, поскольку персонаж достаточно интересный. Вряд ли это будет иметь даже какой-то эффект, но это просто само по себе красиво и все. В большинстве, я думаю, совершенно равнодушно, потому что он мало кому интересен, и у народа свои проблемы. Чем накормить, во что одеть, во что обуть, что будет завтра, а великий князь это вот
Не накормит, не напоит, не оденет, не обует. Где жить, на что жить? Это же... С того времени, как поженились, никогда не расставались. И даже никогда друг другу не писали письма. Потому что не было оказии. У нас очень счастливая жизнь. Он исключительный человек. Человек невероятный. С большими принципами, с большим интересом, с любовью к своей стране, к семье. К Богу. Сейчас мало таких людей, верных и приличных. So years under this regime certainly did not bring any happiness or prosperity to the people. But quite the contrary, brought very many years of extreme suffering and hardships. Some people I can judge by letters which I get from Russia asking for shall we say even financial help. Give one the impression that they think that we are really fairly well off, or even very well off, which unfortunately is far from the truth. I think that by now they know that our situation's not always been easy, and still isn't easy. In fact, how have you been able to manage? We've managed for the simple reason that, first of all, a certain amount of property left abroad, and then also the help of Russians abroad who have helped us for many years already, and for which my wife and I are extremely grateful, and which has enabled us to we'll do our job as best we could. Разные императорские фамилии теперь получали свое бывшее богатство из банка. Говорят, что золото и богатство Романовы в английском банке. Но этого бывшего золота, во-первых, я должен вам сказать, что вообще никогда не было. Он не существует, это миф. Потому что, конечно, до Великой войны
различные члены, даже и царская семья, имели какие-то маленькие счета на банках для нужд, когда они путешествовали, что-нибудь такое. В самом начале войны сам государь Николай II, как такой патриотический жест, он вернул эти деньги из-за границы обратно в Россию. Так что за границей никаких денег частных нашей семьи не было. И, к сожалению. Если продолжала бы Россия развиваться без этого перерыва, так она, наверное, бы достигла такого же благосостояния и богатства, как, скажем, Соединенные Штаты, или даже, может быть, больше. Почему? Что у него, в общем, были большие возможности. Наша страна в сущности богаче, чем естественным богатством, чем Соединенные Штаты. Отношение к великому князю? Почтительное отношение. Мы, конечно, мы выросли без всяких этих атрибутов. Ну а сейчас мы полностью уже меняем свое мировоззрение. Получается, что фамилия великая все-таки. Да, и мы знаем людей, которые искренне верят, что будет реставрация монархии, монархия вернется. И я думаю, что многие в Советском Союзе люди не против возвращения монархии. Я за монархию. За царя. Да, за царя. Я против. Я за. Царь он может быть даже поможет. Я за. Против. За. Мне все равно. Нужен царь. А может ли царем быть вот Владимир Кириллович? Ну он как? Чисто. Наследник Романовых. Значит, он должен быть царем. Он член династии Романовых, но он уже довольно пожилой, поэтому мы знаем, что у него есть наследник, внук. И многие рассчитывают, что если будет реставрация монархии, то внук будет. Мне лично кажется, что царем возродится дух России. Визит великого князя связан не с какими-то монархическими идеями или приверженностью монархии. Для нас это имеет другой смысл. Это символ объединения наций. Ведь сегодня великий князь представляет не просто бывший правящий дом, царствующий дом Романовых, а он представляет те миллионы русских соотечественников, которые во времена большевистского режима оказались за рубежом по тем или иным причинам. И сегодня для нас очень важно было, чтобы этот визит показал всем нашим соотечественникам, живущим за рубежом, что двери в Россию, двери на родину для них широко открыты. Зимний дворец, как и был музеем теперь 50 лет, так и останется музеем. Там уже Романовы жить не будут? Да, конечно. Это национальное достояние России, и это музей, и здесь не может быть ни о чем речи. Our name still definitely means something to people, and seems to mean something sympathetic. I might even say something which could give them again something to respect and to rally around. We brought back the feeling of warmth, because all contact which we had with people, and they were quite a few, gave us proof of the people's satisfaction and pleasure of seeing us back in our own country. Do you think that the Tsarist tradition could in fact
save Russia, to put it bluntly? That, of course, is difficult to say, but I think that a monarchy as such definitely could be beneficial. It couldn't be an absolute copy of the past monarchy, because I think that in human life, and particularly in politics, and the life of a country, one can never go back to what was a mistake. You can always go forward to a monarchy. Far from me to propose an idea of imposing myself. Великого князя Владимира, Твое же проститесь ему всякому прегрешению, вольному же и невольному. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Исаакиевского собора, чтобы проводить сия земли великого князя Владимира Кирилловича на протяжении более полувека возглавлявшего российский династический дом. Вся жизнь Владимира Кирилловича прошла за пределами России, попеременно Германии, Швейцарии, Испании, Франции. На меня оставили сильное впечатление, глубокая вера почившего, его любовь к России, ее народу и желание чем-то помочь ему. Мы знаем, какую добрую память оставил он о себе в результате посещения нашего города. Достоинство, доброжелательность, открытость, так и другие столь же высокие человеческие качества вызывали гостю доверие и симпатию. Владимир Кириллович готовился в самое ближайшее время вновь посетить свою родину. И он прибыл, но теперь уже навсегда. Также, согласно выраженному им желанию быть погребенным в России –